Успехи и горящие глаза воспитанников – лучшая благодарность учителям. Юные танцоры и вокалисты, музыканты и художники – за их достижениями стоит труд наставников. Ежегодно в преддверии Дня учителя в художественной галерее чествовали сотрудников учреждений культуры. Вам есть чем гордиться. Сегодня мы можем говорить уже о сотнях детей, которые вышли в большую жизнь и которые представляют нашу культуру на всевозможных уровнях. Это здорово, это необыкновенно, что город Саров продолжает звучать везде, где только можно. Преподаватель детской школы искусств Владимир Александрович Земсков в этом году отметил юбилей – 85 лет. Практически всю жизнь он отдал культуре и образованию нашего города. Владимир Александрович был вторым директором детской школы искусств. Сейчас преподает там общий курс фортепиано. По его словам, школа очень изменилась. Разнообразие направлений и возможностей, которые сегодня есть у педагогов, выводят обучение на новый уровень. Пожелание, наверное, одно – держать вот такой же курс, который сейчас у всех школ. Правда, можно было бы, конечно, более дружным быть, сплоченнее в школах. Не так часто мы встречаемся все вместе, но судя по результатам, работают все отлично. И дай Бог им больших успехов и на всех последующие годы. Виновников торжества наградили благодарственными письмами и грамотами. Ученики в качестве подарка исполнили музыкальные композиции об учителях и школьных буднях. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.